Ну и как тебе наш новый офис? Да уж. Неужели все так плохо? Стареешь, детка. Ладно, не расстраивайся. Я сам позабочусь об этом. Здесь кое-что, что вас наверняка заинтересует. Ознакомьтесь с ассортиментом. Есть несколько особых пунктов. Что вам угодно? Хорошо, что ты здесь. Я уже собиралась звонить тебе. Мне звонили из банка. Брэдок уже расплатился с нами за слежку за его женой. Но этих денег все равно недостаточно для выплаты нашего долга. Сказал на 14, а не на 12.
Все-таки он сказал на 12. Вот! Нет, идиот! Это не тот! Я же сказал на 14, а не на 12! Что он вообще думает? Принеси на 12, принеси на 14, козёл. Вот! Наверное, все-таки на 12. Да, принеси на 12, живее! Все-таки он сказал на 12. Все-таки он сказал на Итальянский словарь? Может быть, здесь он пригодится.
Выручай!
Thank you.
Прощай! Получай! Получай!
ты такой, черт тебя дери! Услышишь сирену на погрузочной платформе? Немедленно убирайся. Хорошо. Оттуда! Понял. Thank you.
даст мне немного времени. О, что это было? Луиджи, сходи посмотри, что там с электричеством. Заткнись и давай за мной.
дождаться заложников. Джон! Пожалуйста, входите, мистер МакЭфри. Мы вас ждем. Мы организовали эту встречу, как вы и просили. Почему же он не послал туда одного из своих головорезов? Дон не хочет, чтобы его заподозрили в причастности к этому делу. Участие его людей сразу бросилось бы в глаза. Уверена, что там будут и другие заинтересованные лица. Я уже послала карту местности на твой карманный компьютер. На ней отмечены все важные детали. Я тебя подвезу и сразу же вернусь. Я покажу вам, что у меня есть. То, что вам наверняка понравится.